Сегодня снова на изи-дропе, только сегодня у нас по планам. Это будет вот армейский кейс, вот случайная армейская. Вот это вот, короче, сегодня мы будем открывать. Как обычно, на балансе 250 с промокодом от подписчика на 30%. Спасибо там, спасибо тебе, человек. Вот, ребят, я все ваши комментарии читаю, все ваши промокоды вижу. Единственное, что если я не активирую ваш промокод за этот заход, ну, значит, я активирую его в следующем заходе, потому что сегодня с Изиком я буду тоже прощаться. Завтра у нас будет розыгрыш. Завтра у нас предстоит, ну, чтобы принять участие в розыгрыше, вам нужно будет прочитать условия в описании под этим видео. И завтра я буду открывать кейсы на двух сайтах. Первый сайт — это будет Force Drop, я открою там Огонь и лед, по-моему, или Огонь и вода кейс называется. Там у меня есть дисконт, скидочка на них. И второй заход — это буду открывать кейсы, которые у меня на аккаунте в CSGO-шке лежат. Вот. Такие планы на завтра. Ну и, конечно же, розыгрыш. Вот. Аккаунт у вас должен быть на YouTube открыт, потому что сайт, через который я буду проводить розыгрыш, в случае закрытого аккаунта не покажет подписку. А это значит, что вы не выполните одно из условий участия в конкурсе. Вот. Ну а мы начинаем. Так, смотрим, что у меня фрикейс этот доступен. Ну, через 8 часиков он через станет только доступен. Короче, я не буду на это заморачиваться. Значит, у меня доступен вот этот. Чудесно. Мы начнем, как всегда, разминку с фрикейсов. Сегодня это второй. И посмотрим, что у нас, гроза или алоха. Да ладно, ножик будет, что... А, обрадовался. Так. Мак. Ну, это балда. Мы ее продаем. Меньше там... Меньше сотки я оставлять не собираюсь. Меньше сотки. Ну, если, конечно... Ну, тут что-то розовенькое будет. Да ты чё? Да ну нахуй! Да ну нахуй, блядь! Да, ребята, ребята! Сука, Изик, ты продолжаешь радовать. Ты продолжаешь радовать. У меня, ребят, просто утро. Тут еще братила спит. Поэтому я как бы эмоционирую. Ну, ничего страшного, да? То есть все, то есть, блядь, это... Пиздец, ну, сколько, смотри. Сегодня же четвертый у нас выпуск. Косарь. Короче, я вот закинул на косарь. Вот что у нас доступные там, да? Продать. 1800. То есть 800 рублей я уже в окупе. Я 800 рублей, то есть уже сверху наварил. Все. То есть, ну, что тут говорить там, да? Ладно, что, погнали? Погнали наших городских. Вот так вот. Так, наклейки. Смотри-ка, есть наклейки за 49, но это мне нафиг не надо, да? То есть мы вот это вот случайное армейское. Я надеюсь, я не перепутал, да, то есть меня просил подписчик а этот пооткрывать, оружейный, это, или, ну, какой, армейский вроде. Посмотрим. Так, что здесь у нас по... Ну, так он 29 рублей стоит, мы будем по одному открывать. Смотри-ка, я даже в лайфленте высветился, ничего себе. А с арктическим волком я, по-моему, ни хера не высвечивался, да. Тут все синее, я даже понять не могу, что сколько стоит. 5 рублей? Ну ладно, хуй с тобой. Слушай, давай мы, короче, все вот эти, которые будут выпадать, мы оставим. Оставим. И потом просто херней пострадаем, короче, в апгрейдах, может быть. Пострадаем в апгрейдах. Подожди, а с армейского вообще что-нибудь серьезное-то может выпасть? То есть, вот как тут понять-то? Что, тут вот одна синева, да, и как они, то есть, отличаются вообще по стоимости? То есть, если я как бы понимаю, что там есть фиолетовый, розовый, я... Все, ребят, мне, короче, похеру, как понимать, ну, это, все нормас, в общем, нормас, ребят, все огонь у нас, все у нас огонь. Похеру, пусть синька летит, ну, если там, короче, я забыл, как слово там какое подобрать там, да, хер с ним. Так у меня, знаете, что, руки чешутся, взять, короче, сделать... Вообще все самые дорогие скины закинуть в контракт и запиндюрить какой-нибудь контракт там, да. Но это получится один скин, понимаете? То есть так вот у меня будет, ну, сколько их скинов там, да? А так один. И как бы, если даже там самый крутой скин выпадет, ну... Вот, черт, а что его разыгрывать? Ну, на такое количество подписчиков я не вижу смысла его разыгрывать. Там, ну, к примеру, давайте пофантазируем, там мне ножик там выпадет. Да, и чё? И чё, я вот на... Там у меня сколько там, 70 подписчиков, то есть я на них там... Разыгрывать 70 ножек какой-то, ну, это неправильно будет, то есть, ну, нелогично. Не, я, конечно, понимаю, что
там у вас-то там сразу ручки-то зачешутся, там ого-го, вы там шансы в голове прикинете, там и это, и будете ночами там, наверное, молиться, чтобы там никто больше участия в розыгрыше не принял там, да? Вот, и тем не менее, нет, пусть лучше будет такое вот разнообразие скинов, которые разные, да, которые можно будет разыгрывать, там, пусть лучше я буду каждую неделю там проводить розыгрыш, по одному скину мы будем разыгрывать, чем я за раз там какой-то дорогущий скин разыграю там на маленькое количество подписчиков, потому что, ну, мне, в принципе, подписчики тоже на канале интересны. Охереть, слушайте, ребятки, там я не помню, кто мне написал, попробуй вот этот кейс, короче, чувак, блин, я в комментах там найду, я там, если я найду, короче, там, я там тебе отпишусь, я тебе отпишусь, ты просто красавчик, спасибо, что попросил меня этот кейс опробовать, я очень доволен, то есть я прям очень доволен. Я очень доволен. Так, давай сюда залетим, посмотрим. Слушайте, вот я думаю, что сделать. Может, всю вот эту всю шлак дешманский продать, еще несколько кейсов открыть, посмотреть, что или в кон. Я с контрактов стопудово ни хера не выпадет. Или просто сделать контракт. Вот, блять, вот. Так, а что у нас, смотри, надо продать все сколько? На 2600, поняли? 2600. Я косарь закинул. Полтораха у меня сверху просто окуп. Полтораха сверху просто окупа, вообще нормас, ну это просто прикольно там, это очень хорошо. Сука, я надеюсь, что все-таки это меня тут никто не подкручивает, админы, я надеюсь, вы такой херню не страдаете, что не раскрученный канал, на котором 70 подписчиков, вы это подкрутили там, да, потому что, ну, это будет подло с вашей стороны, ребята это будут думать, что это может реальные шансы, и, ну, я, потому что не знаю, надеюсь, у меня все по чесноку, то есть без всяких подкруток. Так, или что? Контракт. Ну, контракт тут, из чего контракт тут делать там, да? Давай мы, короче, продадим вот эти. Вот этот продадим. Ну, мы, короче, все, что до 40 рублей мы продадим. Все, что до 40 рублей мы продадим. Сейчас попробуем покрутить, посмотреть. Покрутить, посмотреть, блядь. Что-то за окол. Покрутить, посмотреть. Посмотрим. Так, что у нас осталось? На сколько? На 2500 осталось там. Еще какой-нибудь за 40 рублей бы что-нибудь выбить. И можно из трех тогда попробовать сделать этот. Вот, а мы возвращаемся в армейское. Случайно армейское. 29 рублей. Давай. То есть еще здесь на 2 кейса, в принципе, есть. На 2 кейса. Смотри, вот из лайф-ленты вот этот мне выпал, да? А вот то, что там вот эти скинчики мне еще выпали. То есть нихера. За 9. Не, за 9 ты мне не, не интересен. За 9 ты не интересен. Не, ну так-то тоже нормас, да, с армейского. С армейского нормас. 5 тоже как бы не очень там по кайфу. Не, ну конечно про прокрутку я тут брежу, да, то есть это у меня, наверное, там это там режим бога включился, типа, что я там кому-то интересен вообще могу быть там, да, со своими там с подписчиками. Ну, с шансы. Ну, сами видите, Изик пока что. Пока что Изик себя ведет положительно. Так, если даже я тебя продам, то мне не хватит. Вот, я тогда могу, знаете, что сделать? Я тебя продаю. Продаю, все. 25. Ну, мне не хватает. Мы тогда делаем вот так вот. Вот эту вот. И 4 кейса открываем. Как раз хватает. И потом с этими наклеечками мы делаем контракт. 4 наклейки и там 2 пистоля. И посмотрим, что у нас там будет. Вот. На 21 рубль практически насыпало. Нормас. Так, мы залетаем в контракты. Вот это и... Не, чуть не вот эту, чуть, бля. За 410 я не буду закидывать, извините. И вот это. Вот. Ну, давай. На сотку у нас там денег. Закидывать. То есть у нас получается сейчас от 25 до 400 рублей что-то может выпасть. Вот и смотрим. Вот и смотрим. 74. Хорошо. В принципе, хорошечно. Это, в принципе, тоже можно разыграть там, да? Это тоже можно разыграть. Давай сюда, доступный. В общем, смотрим, что нам сегодня сыпануло. По
падла, я забыл. Вот с этого, у меня же вот с этого, да, все началось. Вот этот, вот этот, вот этот и вот этот. То есть считайте сами. 400 плюс 472. Короче, вот здесь вот 880 плюс 70, короче, это 950. И плюс сверху еще вот эти. 1100, там, сколько, 1150, 1180. Ну, короче, 1200. Вот, грубо говоря, вот это вот 1200. 250 я закинул с промокодом. Сколько у нас это все? На 2500. 2530, то есть 1000 за 4 дня было закинуто. В общем, все видели сами. Так, сейчас я все вот эти скины вывожу при вас с маркета. Вывожу. О, блядь, вот этой шляпы нету, да? Не, заменить я не собираюсь. Запросить и запросить. И тут нету за это. Заменить. Так, древесная. Давай мы тогда тебя на древесную гадюку заменим. Замените, еще я рубль на баланс получу. Поняли, я рубль 46 получу на баланс. На древесную гадюку я еще, в принципе, могу заменить. Так, запросить с маркета. Так, ждем. Запросить с маркета. И что запросить с маркета? И что, на что здесь я тебя поменять могу? Не на что там, да? Скар... Вот я не помню, что, а калаш какой-нибудь есть тут? Давай хоть глянем, может, калаш какой. Ну, тут уже там что-то меньше, все меньше и меньше. Неинтересно. Давай мы, короче, ее подождем потом. В общем, ребят, все скины я отправил на вывод, кроме вот этого. Надеюсь, в ближайшее время он там тоже появится, там, да, если я про него вспомню. В общем, спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии, там, пожелания, предложения. Ну и, конечно же, участвуйте в розыгрыше, участвуйте в конкурсе, который будет у нас проходить завтра. В общем, ребят, все, всем пока и до новых встреч.